Всем привет, с вами канал Art Mania. Короче, у нас уборка идет полным ходом. Тут, когда я убиралась со шкафа, все доставала, это вот я все оставила. Это все для шитья мне. Перешивать вот эти вот атласная ткань, что ли, она, по-моему, типа так называется, или шелк. Я оставила для всяких лепесточков, вот зеленые лепесточки, бантики, серенькая и еще, вот, еще желтенькая такая и золотая. Вот, ее я оставила. Здесь я еще раз переберу. Давайте переберем эту кучу. Сейчас я Диму спать уложу. И нашла я свою старую куртку. Давнишнюю, еще по молодости. Лет 20 мне было, мы ее покупали. Она была дорогая. Дорогая была вот из-за этого. Наверное, может быть, кто помнит, такой вот мех. Он на молнии, здесь сзади расстегивается. И сзади, как получается, не капюшон, а вот так вот мех с двух сторон. Это была мода, шик, я помню. Все покупали, она была дорогая, хорошая зимняя куртка, кстати. Но она короткая, да, но она зимняя, очень теплая, хорошая. Здесь вот карманы такие вот классные. Вот, здесь я уже завязала. Хотела я ее на помойку отнести, но что-то у меня, короче, на нее рука не поднялась. Вот сама эта куртка, в принципе, хорошая. Я ее, наверное, все-таки постираю. Потому что вот тут вот, вот она грязная. Вот я ее померила. Она мне как раз. Да, Дима по ней уже ходит. Вот. Да, как раз. Правильно, что мама ее. Сейчас я ее хочу сначала предварительно в горячей воде замочить. Да, кстати, надо посмотреть там, насколько горячая вода-то можно. Ну ладно, это я сейчас посмотрю. Ее вот так вот сложу. Замочу я ее сейчас в ванне вот таким вот образом. Потом я ее попытаюсь отжать и буду стирать в стиральной машинке. Она уже когда-то стиралась. Постираем, посмотрим, насколько она стиралась, и будет видно. Я думаю, либо ее увезти на дачу в Отрадный к Жене, потому что туда я приезжаю, и на самом деле там мне нечего даже одеть, когда холодно, потому что ехать далеко, и с собой, как правило, не везешь никакую теплую куртку, там что-то еще. Скорее всего, я ее туда отвезу и свой старый купальник. Ты стираешь, что ли, Дим? Вот. Дима у нас на новой колясочке. Да? Мама купила, скажи мне, новую коляску. Я захотела на день рождения коляску. И мама мне ее купила. Да? Такая симпатичная коляска. Да, Дима? Дима хорошо смотрится в колясочке. Хорошо смотрится. Очень хорошая коляска. Узенькая. Лотос плюс 2 там чего-то, по-моему, да? Здесь кожаные подкладочки, да? Вот тут вот все кожаное. Тут под джинсы, цвет джинса. Да? Диме хорошо, теперь наконец-то. Наконец-то у Димы появился капюшончик. Покажи капюшон свой, Дима. Как он открывается? Ты еще не знаешь? Да-да-да, наверху. Нет, не на голове. Вот здесь. Опа! Закрывается полностью. Да? Где там Дима? Вот он, Дима! Закрывается полностью и открывается. Какой капюшон! Сзади есть сеточка. Делается спинка лежа. Ребенок может поспать. Да! Ребенок может спокойно поспать. Можно путешествовать, да? Все плотненькое, да? Все прошитое. Хорошо. Дима где был у нас? Дима к педиатру ходил, да, Дима? К педиатру ходил? Да, у Димы все хорошо. Завтра Дима пойдет анализы сдавать. Да, в 2 годика надо анализы сдавать.
спросили на следующий год, сколько стоит цена. Мы в частной. Та же самая. Такие вот колесики у нас. Да. Почему мама купила коляску, еще скажи? Потому что к Диме сестренка пришла, да? У нее точно такая же коляска. И въехала в лифт, в наш узкий, да? И поэтому мама заподумала, а чего же мы мучаемся-то? Пускай ребенок еще покатается на коляске до 3 лет с половиной, да? Да, Димулька, в нормальной коляске. Чтоб у ребенка было все. А находиться еще успеет ребенок. Да, малыш? Кожаная такая подкладка. Вот. Здесь сумочка есть, педалька. Высокая, маневренная, мягкая. Ездит хорошо. Да? Какой ты счастливый. Ремни безопасности, все ровненько, да? Все четко. Ароматная такая она, да? Пойдемся. Готовлю я ужин, у меня там помидорки запекаются. Не знаю, очень захотела почему-то помидорки запеченные. Вот, помыла полы. Здесь у меня вот курочка запеклась, куриные голени, баклажан и кабачки. Кабачки, оказывается, такие вкусные, такие бесподобные. Вот. Перемыла я все полы. Завтра увидите, почему перемыла я их. Вот, все здесь чистенько. Швабра отдыхает. Вот. Раствор у меня здесь, кстати, мыльный. Я так и добавляю, так и мою мыльным раствором. И получилась у нас такая вот вкусняшка, помидорки. Помидорки больше получились как не запеченные, а какие-то сварившиеся. Я хотела, чтобы они прям запеклись, такие хрустящие были. Но они, видимо, вот половинки нужно было все-таки, наверное. Не половинки, а пластиками. Вот, курочка у меня. Вот, такая вот вкусняшка. Тут еще салатик. Вот, сейчас чай себе заварю, буду ужинать. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.